Итоги года. Мангистауская область. Ведется строительство школы в селе Беки на 100 мест и школы на 1200 мест в селе Шапогатов. До 2025 года планируется модернизация 103 сельских школ. Осуществляется оснащение районов санитарным транспортом. До конца года будет приобретены 13 машин. Бёйнеу – 7, Мангистау – 4, Каракия – 2. Для решения проблемы дефицита кадров в 2022 году выделено 157 грантов Акима области. В 2023 году их количество увеличено на 198. Бакалавр – 165, интернатура – 33. В целях повышения квалификации 22 врача пройдут международную практику в Турции. В рамках региональной карты создания рабочих мест трудоустроено 29 737 человек. Из них постоянных рабочих мест 20 190. Для реализации поручения главы государства по созданию 100 рабочих мест на каждые 10 тысяч жителей во вновь созданных субъектах частного предпринимательства создано 12 116 новых рабочих мест. В рамках регионального проекта «Жумыс-Жасаймын» участвуют 66 учреждений, трудоустроен 1191 житель. На крупных нефтедобывающих предприятиях региона и их подрядных организациях трудоустроено 2103 местных жителей. Запущено 15 инвестиционных проектов. В результате создано более 500 новых рабочих мест. Из них 10 проектов в обрабатывающей промышленности, мясокомбинат, производство металлопроката, специального оборудования и техники, железобетона, полиэтилена, антифризов. Генерация голоса выполнена с помощью. На сегодняшний день собрано 88 тысяч тонн сена, то есть 101% от плат, а также 23,6 тысячи тонн кормов, то есть 92,5% от плана. Создаются все условия для прибытия туристов воздушным транспортом. На сегодняшний день при поддержке правительства авиасообщением обслуживаются 52 международных рейса. В 17 направлениях в неделю и 92 внутренних рейса в 8 направлениях. Планируется реализовать проект по производству и распределению зеленого водорода. Предполагаемый срок реализации проекта – 2023-2032 годы. Рабочие места, создаваемые при строительстве – 3500 человек, при эксплуатации – 1800 человек. Планируется реализация проекта «Строительство аммиачно-карбамидного комплекса». При строительстве будет создано 1500 рабочих мест, после ввода в эксплуатацию будет 700 постоянных рабочих мест. Идет строительство завода по производству сжиженного природного газа ТОО «Казак ЛНК». При строительстве будет создано 400 рабочих мест, после ввода в эксплуатацию 100 постоянных рабочих мест. Проект предусматривает производство 60 тысяч кубометров сжиженного природного газа в год. За счет местного бюджета приобретена и установлена пятиблочная модульная тепловая котельная мощностью 25 мегаватт. Модернизировано путем установки дополнительных 24 мегаватт котельных в 17 микрорайонах, 21 мегаватт.